Четыре ножа! Четыре ножа! Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня я прокачаюсь самого бедного школьника в мире. Это, ребята, Витя. Вить, поздоровайся. Всем привет. Короче, ребята, вы не поверите, Витя жесткий киберспортсмен, и у него вообще не было ничего. Я ему только что закинул 2000 на баланс, мы купили кейсы. Также я, ребятки, его прокачаю на сайте, сегодня будет мега крутая прокачка. Мне просто стало реально очень жалко Витю, посмотрите. У него 1000 часов, мастер, и у него в инвентаре не было вообще ничего. Только вот эти вот несчастные эпики. Поэтому прямо сегодня, Витя, мы это исправим. И как обычно, очередная халява от нас с Витей. Мы вам разыграем 1000 голды, и Витя лично найдет победителя. Чтобы ее получить, тебе надо, первое, посмотреть видео без перемоток, это очень важно. Второе, поставить лайк и подписаться на мой канал. И третье, написать комментарий плюс свое ID. Всем желаю удачи, а мы начинаем. Также, дамы и господа, у Вити есть медаль ветерана 2020 года. Вить, ну ты прям жесткий киберспортсмен. Также, ребята, что очень важно, посмотрите, какой у него КД, какой у него ранг, какой у него ник. Подожди. Витя, что это такое? Не понял. Не понял, ты, наверное, перепутал. Ты имел в виду ухо, правильно? Вот так, все, все, все. Ведь я прослежу, чтобы ты ник не менял, потому что такие слова еще рано говорить. Если что, это фамилия Верикана. Ну что же, Витя, расскажи, какой твой любимый урок в школе? Мой физкультура. Но если физкультура, то это по-любому Rival Case, потому что физкультура и Rival Case — это как два брата, согласен? Конечно. Ну что, полетели, полетели. Ой-ой-ой, уже нож пролетел, да ты что? Слушай, ну еще один эпик в твою коллекцию. Ну прям как ты мечтал, ты теперь уже не самый бедный школьник. У тебя есть эпик на М-ку. Но, братан, это только начало. Я тебе гарантирую, что сегодня ты уйдешь с Арканой. А может даже с двумя, а может даже с тремя. Так, ну что же, полетели. Какой кейс ты хочешь открыть дальше? Выбирай любой. Фуриус. Давай, давай, Фуриус кейс, и давай какое-то заклинание. Абракадабра, керамбит выпалабра. Смотри, ой-ой-ой, керамбитик пролетел. Так-так-так. Блин, смотри, справа бил керамбит. Справа был керамбит, но ничего. Открываем дальше, у меня чуйка. Сейчас по-любому будет керамбитик. Давай, как доктор прописал. Просто смотри, сейчас залетает керамбит. Так, слушай, ну что-то... О, статрек, слушай, ничего себе, я считаю, очень даже неплохо. Так, давай открывать дальше. Я предлагаю, давай, фейбл кейс. Вот прям фейбл кейс, нож бабочки, даже сделал вот такой вот буст на легаси. Хотел бы легаси, играл бы с ней? Конечно. Ой, ты что, какой классный нож. Мне Витя по секрету сказал то, что у него ни разу в жизни не было ножа, и он мечтает поиграть с ножом. Поэтому мы попробуем прямо сегодня это исправить. Так, ну что, Вить, давай, короче... Фуриус кейс, согласен? Давай. Давай, давай, давай. И нам выпадает Витя, 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 Витя. Ну давай, давай, да, приманивай, приманивай, приманивай хорошие скины. Ну, Витя, ну ты вот не приманиваешь, нам ничего хорошего не выпадает. Смотри, как надо. Берем, примеру, Rival Case. Дальше, смотри, ты видишь G-команда. Скажи пару приятных слов G-команда Floral. Довольно-таки неплохой скин, я бы играл бы. Давай, давай. G-команда, выпади. Смотри, должен сказать, G-команда, братан, ну пожалуйста, давай по-хорошему, выпади. Иначе, иначе я тебя удалю, ясно? Вот так вот. Сказали пару приятных G-команда, теперь послали воздушный поцелуй, это очень важно. Давай, G-команда, давай, давай. Ой, блин, ты под у меня поцеловал. Так, ну что же, и нам выпадает. Слушай, это работает. Рядом. Подожди, это было очень-очень рядом. Давай еще один, еще один кейсик. Передаем еще один воздушный поцелуй. Давай. Давай, давай, давай. Это сейчас ножу бабочки передали. Так, ну что же, и нам выпадает. Так, эмпость семафрод. Ничего страшного, Вить. Не расстраиваемся, не расстраиваемся. У нас еще все впереди. Открываю фейбл кейсик, полетели, и нам выпадает. Ну, Вить, ну слушай, ну Вить, ну Вить, ну Вить. Эх, блин, М110 кибер. Ничего себе, мы эти инвентарь собрали. Но пока что ни единого дорогого скина. Даже легендарки не выпало. Ну ладно, ведь мы это исправим, согласен? Да. Давай, давай, какой кейс хочешь дальше? Фуриус. Давай, Фуриус кейс. Давай, давай, я сделал мини-буст на керамбит Dragon Glass. Сделал на керамбит Scratch. Какой твой керамбит любимый? Рассказывай. Universe. Блин, братан, мне тоже нравится Dragon Glass. Блин, мы с тобой как два брата. Короче, Вить, после видео я тебя установлю. Так, ну что же, ребят, поехали дальше. И нам... Да ну! Да-да-да-да!
Почти. Это чуйка. Сейчас выпадет. Ты видел? Давай, говори заклинание. Срочно, надо топовое заклинание. Давай, Вить, говори. Керамбит, драгонглаз, выпадите. Давай, керамбит. Ну, иди сюда, дорогой. Керамбитик. UMP-45 шарик, ничего страшного. Стоп трек. Давай. Смотри, как надо. Закрываем глаза. Давай, закрываем. Я закрыл. Так. По-любому куча керамбита пролетел. На счет 3 открываем. 1, 2, 3. Ёлки-палки. Опять статрек. Хотя бы статрек. Вить, ну ты не расстраивайся, потому что в любом случае мы сегодня тебе выбьем аркану. Я тебе это сказал, значит мы это сделаем. Так, ребят, поехали. Надо Витю порадовать, потому что, сами понимаете, это киберспортсмен, у него нету ни единого скина. Ну как такое возможно? И нам, блин, с Furious Case выпадают одни Desert Eagle и UMP. Расскажи мне, пожалуйста, вот расскажи какую-то последнюю смешную историю из твоей жизни. Я даже не знаю, какую. Ну, расскажи какой-то анекдот. Скажи, колобок повесился, а все напишут ахаха в комментариях. Давай. Хорошо. Колобок повесился. Блин, ну ты прикалился. Так, ну что, открываем фейбл кейсик. Давай. О, сколько легендар. Ёлки-палки. Вить, ну слушай, осталось 2 кейса. Давай. Ну надо. Ну однозначно надо что-то хорошее вбивать. АКР-спорт, прикинь, если статрек. Так. Обычно. Ну слушай, тоже неплохо. Давай, последний райвел кейс. Ну, абракадабра. Ну, ёлки-палки. Ну, сколько уже можно издеваться над Витей? Нам нужны хорошие, адекватные и, самое главное, дорогие скины. М4 Гран-Прикс. Нормально, ладно. Вить, не расстраивайся. Знаешь почему? Сейчас будет самое-самое крутое. То, чего ты даже не ожидал. Ну а прямо сейчас мы прокачаем, ребятки, Витю на сайте OffDrop. Это самый крутой и самый топовый новый проект, на котором очень сильно везет. То есть это новый проект, и за счет этого тут прям мега халява. Чтобы вы понимали, насколько халява, просто вводите промокод KENT, вот так вот, 4 буковки. Все элементарно. И вы получаете 40% к вашему пополнению. То есть, например, вы пополняете на 100 рублей, 40 рублей получаете на халяву. Вить, ну это неплохо, правильно, 40% бесплатно? Ну, конечно. Также тут есть раздел «Бонусы». Тут можно открыть бесплатный барабан бонуса. То есть тут тебе может выпасть абсолютно все. Любой бонус, любо что. Давайте попробуем его открыть и посмотрим, что же нам выпадет. Так, Вить. А ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой. Как думаешь, она выпадет? Давай, держим кулачки. Да ты что? Бесплатный кейс. Да ну. Прикинь, нам выпал бесплатный кейс. Вить, нам выпал бесплатный кейс. Какой кейс откроем? Выбирай. Обалдеть. Любой из этих кейсов мы открываем бесплатно. Какой кейс хочешь? Давай фейбл кейс. Фейбл кейс мы откроем бесплатно. Представь, благодаря барабану бонуса, который бесплатный, мы открываем халявный кейс. Ну это вообще крутяк. Давай. Вить, держим кулачки. Что же нам выпадает с бесплатного кейса? Да это рофл. MP7 лич? Прикинь, это с бесплатного кейса. Нам с платных такие скины не подали. Обалдеть, слушай, очень-таки круто. Также, помимо барабана бонусов, тут есть бесплатный кейс. Вы просто представьте, раз в сутки вы можете на халяву открыть кейс, в котором вам может выпасть нож или какие-то другие арканы. Погнали открывать. Так, ну что же, открываем бесплатный кейс, посмотрим, что нам с него выпадет. Ой-ой-ой, сколько ножей пролетает. О-о-о, ты видел, почти нож выпал из бесплатного кейса. Обалдеть, АКР-карбон. Прикинь, на выпал АКР-карбон, и это с бесплатного кейса. То есть это просто так мы получаем на халяву. Также, Вить, посмотри, тут есть бесплатная раздача скинов. То есть ты просто нажимаешь кнопочку «Принять участие», и ты можешь получить М-ку. И помимо всего этого, тут можно получить на халяву керамбит клау просто за то, что ты вступишь в группу. Я просто, ребятки, в шоке. Нажимайте на кнопочку «Участвовать» и получайте керамбит. Все нужные ссылочки на проект есть в описании. Но прямо сейчас мы попробуем испытать нашу удачу и открыть какие-либо кейсы. Блин, Вить, у нас реально небольшой баланс, всего лишь 800 рублей, но я верю в лучшее. Не знаю, как ты, но я реально верю в лучшее. Вить, ты готов? Скажи честно. Конечно, всегда готов. Так, ну что же, Вить, давай попробуем, не знаю, какой бы кейс открыть, посоветуй. Я не знаю, потому что 800 рублей, ну это не так-то и много. Давай на твое усмотрение. Хорошо, давай, короче, я хочу скорпион кейс. Блин, ну я хотел бы реально тебе выбить какой-то нож, потому что ты киберспортсмен, и ты реально нуждаешься в ноже, я прав же? То есть для каких-то фрагмувиков или еще чего-то, там в клане, да? Знаешь, чтобы не считали нубом каким-то. Я думал, было бы очень неплохо, если бы тебе выпал нож. С первого кейса? 5 минус, да? Ну слушай, неплохо.
Ведь просто хэштег неплохо. 150 рублей. Ничего себе. Ничего себе. Так, продолжаем дальше. Продолжаем дальше. Пока что все очень даже хорошо. Слушай, вот это, конечно, пошла жара. Так, что еще можно попробовать? Блин, Вить, ну я не знаю, ну мне прям страшно теперь открывать кейсы. Давай попробуем. Слушай, а что это такое за кейс? Можем выбить какой-то G22? Давай пробуем. Ну, блин, тут мы вряд ли выбьем. Вряд ли. Вероятность очень мала, но мало ли что, мало ли вдруг. Но, конечно же. Ожидаемо. Да, это было очень ожидаемо. Так, ребят, мы не расстраиваемся, потому что, Витя, ты понимаешь, да? У нас осталось сколько? 700 рублей, и ты понимаешь, что мы должны выбить что-то годное. Вить, давай, просто давай кулачок, просто на мужика открываем легендарный кейс. Я не знаю, чем это закончится, но давай пробуем. Просто 3, давай. 2, 1, поехали. Блин. Пожалуйста. Да, это дорого стоит, дорого. МП-7, а я не знаю, сколько она стоит? И... Голды 70. И... Ого, 180 голды! Я в шоке. Ничего себе, мы купились. Блин, Вить, ну это просто имба. Слушай, если нам еще выпадет какой-то нож, я просто обалдею. Вообще, фильмы любишь смотреть? Марвел, да? Там супергерои, все дела, да? Давай попробуем. Да, братан, ты понимаешь, да? Давай просто за Человека-паука. Просто хэштег, комментарий, Человек-паук. Просто 3... 2, 1. Давай. Блин, как же я хочу, чтобы тебе выпала какая-то дорогая аркана. Ну. Слушай, мы были близко. Но не сдаемся. Не сдаемся. Давай. Давай, короче, еще 2 кейса Marvel. Просто давай попробуем, давай испытаем нашу удачу. Поехали. Блин, слушай, сколько аркан-то пролетает? Стой. Да. М16 лежит. Неплохо. Да, нормально. Слушай, ничего себе, 133 голды, обалдеть, ничего себе, дорого. Давай попробуем какой-то кейс подороже, блин, ну я предложил бы кейс тайный, но я не знаю, мы еще весь баланс можем потерять, поэтому нет, давай не будем рисковать, давай, например, кейс, слушай, кейс статрек, ой, вот ты вот любишь статреки, скажи мне. Я люблю, конечно. Я тоже обожаю, да? Блин, давай. Блин, прикинь, там еще будет какой-то другой статрек, капец, как же я был бы рад. Да ну! Серьезно? Да ну! 6000 голды! Видите, это 4 ножа! 4 ножа! Просто мы это сделали! Давай кулачок! Просто! Хорош! Я в шоке! Слушай, мы красавчики! 6000! Я в шоке! Статрек по вас монстр! Не, слушай, я думал сегодня реально не наш день! Буквально с 800 рублей, я просто в шоке. Так, Вить, давай открывать дальше. Давай дальше что-то поспокойнее. Подкрываем, например, какие-то оригин кейсы. И немножко с тобой пообщаемся. Вить, капец, мы это сделали. Вить, расскажи мне, пожалуйста, как вообще у тебя дела там, как жизнь и так далее. Как давно играешь в стендов? Как давно играешь в стендов? Братан, все отлично, все очень даже отлично. Потому что мы для тебя выбили крутой скин, и нам выпадает... Давай, трэш-хантер-статрек, ай, почти, ладно, мне уже все равно, я думаю, тебе тоже все равно, абсолютно все равно, согласись, абсолютно все равно, что нам выпадет, потому что нам выпал скин за 6к голды, я просто в шоке. Так, Вить, давай дальше, можем вообще любой кейс открывать, нам на все равно, давай какой-то кейс эпический, например, да, вот сразу две штуки мы можем себе позволить, ну, а почему бы и нет, правильно? Давай, что нам выпадает, Винтер? А сколько он стоит? А ну-ка. Винтер спорт, голды, 40. 70 и 7. Ну, слушай. Ого. Ну, все равно неплохо. У нас осталось 150 рублей. Слушай, давай посмотрим, что мы можем такое интересненькое открыть. Блин, Вить, я просто в шоке. Вот это, конечно, нам навалилось сегодня, да? Просто настроение на весь день. Ты понимаешь, это 3 ножа. 3 ножа, а то и 4. 4 ножа. Просто 4 ножа мы тебе выбили. 4 ножа, ты представляешь? 5 minutes later. Вить, ну а теперь самое приятное. Мы прямо сейчас все это выведем на твой аккаунт. Для этого нам необходимо поставить одинаковые аватарочки в игре и на сайте. Все это делается очень легко. Нажимаете на свою аватарку и загружаете свой аватар. После этого выбираете скин, который будете выводить. И нажимаете на кнопочку перевести его в голду. После этого нажимаете вывести. И давай посмотрим, какой скин будем выставлять. Давай поставим UMP-45 Shark. Да, Star Trek. После этого нажимаю кнопочку «Все выполнил, вывести».
И теперь нам необходимо прямо сейчас поставить этот же самый скин непосредственно в самой игре. Ну что же, теперь выставляем этот скин в игре, и нам остается просто ждать. Ну чё, Вить, я тебе желаю удачи в киберспорте, ты большой молодец. Если вы хотите попасть в прокачку, ребят, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите любые хорошие комментарии. Также большое спасибо сайту OffDrop, потому что если бы не он, то мы бы не смогли Вите подарить 6к голды. Я просто в шоке. Так что, пацаны, все нужные ссылочки есть в описании. Также не забывайте про промокод Кент, это 40% на халяву. И самое-самое главное, заходите в мой телеграм-канал, потому что именно там я ищу людей для прокачки. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.